Осень – самая пора для проведения традиционных праздников урожая, чествования наступления этого времени года. Ежегодно с участием фольклорных ансамблей Альметьевского района проводится фестиваль «Золотая осень». В этом году своих участников фестиваль встретил в поселке Молодежном. Он прошел под названием «Матушка Осенина». Цель фестиваля – это сохранение и приумножение традиций, обрядов и обычаев русского народа. Праздник начался со встречи гостей, которые поприветствовали зрителей и артистов. Мы приглашаем к нам в наш осенний дом! На фестивале была организована выставка разнообразных даров осени. Переход от теплого времени года к холодному не помешал поспеть клубники, так напоминающей о прекрасных летних днях. На выставке были представлены разные сорта винограда и овощей. Но главными в программе фестиваля стали, конечно, русские песни и пляски с традиционными хороводами. Хозяева фестиваля – народный ансамбль русской песни «Русские узоры». Поселка Молодежный также порадовали зрителей своим выступлением. В 2012 году мы выиграли грант от Министерства культуры Республики Татарстан, где был представлен вот как раз этот праздник «Матушка Осенина». Руководителем этого проекта был наш руководитель ансамбля, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Валерий Саматов. Солнечная погода и праздничная концертная программа стали отличным осенним подарком для жителей поселка и всех участников фестиваля. Анина Еникеева, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ.